Кавашима явно попала в центр внимания девушек. Да. Если себя заставлять только стресс заработаешь, не лучше ли есть то, что нравится? Это полезнее для здоровья. Не могу сделать вид, что не слышала. Что за... Что вы? Эй, отпустите! Что это? Давай, давай, давай! Учитель, Кавашима-сан в своем животе прячет жир! Обычно в поездке нам можно брать с собой мясо на 300 йен. Неужели здесь мясо на 300 йен? Бананы мясом не считаются. Вот это от булочек с мясом. А это от дорогого мороженого. А это от хот-догов. Получи удар от круглосуточного магазина. Куча калорий! Посвящается борцам за диету, павшим в тяжелых битвах. Да. Пока.